прикид, конечно. Че ты ржешь? Вообще-то я единственная с нашей компашки, которая в вуз поступила. Слышь, Танюх, а можешь спирт достать? Зачем? Да че, выпьем по чуть-чуть, тебе на парах веселее сидеть будет. Блин, если меня засекут, мне вообще зачета не видать. Слышно, что достала? Да блин, нет. Я зашла в аудиторию, а там Федор Иванович, препод по латыни. Слышь, а что Федор Иванович? Он плюется. Он мне фразы по латыни начал загонять, я ничего не ответила. Короче, зачет я точно не сдам. Слышь, Танюх, там женщине плохо. Ты ж с медфака, помоги ей. Блин, сейчас, конечно, попробую. Блин, у нее, походу, этот инсульт. Так принеси спирт. Да может, хватит уже бухать? Блин, как там Вене Види Вичи, контра спэм спэра. Че ты несешь? Прикинь, походу, латынь вспомнила. Танюха, доделай что-нибудь. Да блин, мы еще такого не проходили. Карету скорой помощи, там реанимацию, поставить капельницу, физраствор сделать, перевернуть на бок. Танюх, ты че, дура? Ты че, икоту от инсульта не могла отличить? Блин, зачет я точно не сдам. А че ты на наш участок метешь? А тебе так будет приятно? А тебе такой веник дали, да? А мне такой дали. Он у нас уже 100 лет в гараже валяется. Маечка, подмети вот этот участок. Когда подметешь, можешь идти домой. Хорошо! Даня, перепел, ты перепел! Нина Степановна, я подмела! Маечка, помоги, пожалуйста, девочкам, еще и пойдешь домой. Разгашит! Мая, ты чего не метешь? У меня мамка все гардины в школе постирала, я освобождена. Песенка! Фу, я не буду подметать. Только вчера с мамой на рынке мне новые кроссовки купили, она мне голову оторвет. Мая быстро пошла подметать. Ваня, ну ты чё, дурак? Зачем ты мне листву в капюшон кинул? У меня мама всегда под музыку убирает. Здравствуйте, вы же репетитор по английскому, верно? Yes, yes, как говорят у нас в Америке, bonjour! Какая ваша цель изучения английского? Понимаете, я познакомилась с парнем с Америки, переезжаю к нему жить. Английский for эскортница, да? Что? Скажите, какой у вас вообще уровень английского языка? Professional разговорный. Good morning, I'm glad to see you. Okay, спой-ка мне песенку про алфавит. C, D, E, F, G. Стоп, а что вы делаете? Хотела выложить на YouTube поугарать. So, попытайся выговорить звук F. F, 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 F. Прекратите, вы меня все заплевали. А вы думаете, почему британцы ходят с зонтиками? Понимаешь, у тебя очень сухой английский. Например, фраза «мусоросборочная a car». Если вы говорите русские слова с английским акцентом, это не английский язык. Oh, no, no, это шотландский диалект. Так что, как говорят французы, салями? Пиздец. Катька, прикинь, Сашка этой Лиске корове лайк поставил. А мы с ним, между прочим, встречаемся. Уже 2 дня, 13 часов, 27 минут и 14:15. Капец, что ты будешь делать? Как что? Разбираться? Ну да, сосались. Саш, нам нужно серьезно поговорить. В наших отношениях пробежала черная кошка. Точнее, это корова Лиска. Когда мы с тобой переписывались, этот смайлик от него повеяло холодом. Чё? Моя мама говорит, что в таких ситуациях нужно обратиться к психологу. Ой, малая, я выпил пивас, меня унесло. Эта переписка вообще ничего не значит. Так там была еще и переписка! Блядь. Катька, это полный трэш. Он меня вообще не уважает. Он выкинул меня как тряпку и вытер об меня ногу. Я с ним никогда не помирюсь. Че, вы помирились? Ага, он мне свой вейп подарил. А он для него так много значит. Че, этот колпак вообще не снимаешь? Блин, вечно за него завтыкиваю. Ну че, мы сегодня вечером по пивасику? Да блин, у меня степуха вообще закончилась, тупо есть нечего. Вчера котлеты у соседки по общаге сперла. И че? Ничего. Она все свои продукты взяла и отнесла к этим ботанам из 300-й. Ну так а че? Давай листовки пораздаем. На вечерний променад по-любому хватит. Да. Толчок в будущее. Заходите в магазин сантехники от Валентина. Ну че, бабки дали? Вообще ничего не дали. Они тупо не оценили мой креатив про толчок. Слушай, я в метро объявление видела. Там девочки, короче, на подтанцовку нужны. И чё? Ты же когда набухаешься, круто на столах отжигаешь. Кристюха, ты чё, дура? Ты чё, дура? Там в одних труселях танцевать нужно. Есть ещё варианты? Так а чё? Это реально бизнес. Ну да, продавать соседские котлетки – это реально тема. Ну блин, у меня будет в общаге такая жопа.
Ну, приблизительно где-то здесь. Ну да, прям во дворе, а чё? Земли рабочим. Сейчас шашлычок под коньячок, вообще чётко будет. Володя, доставай мангал! Девушка мечты в этот вечер. Девчат, иди садись, я постою. Ещё клещи в жопу залезут. Девушка мечты в этот вечер не со мной осталась ты. Я тебя нарисовал, я тебя нарисовал, только так и не познал. Володя, ты за мясом там вообще следишь? Собаки все скоммуниздили. А ты мне выйди это и лично сюда скажи. Дым ей мешает, пыль ей заходит. А у нее этой пыли дома столько, что у нас в мангале столько нет. Давайте выпьем за нас, за работающий класс. Володя, Володя, ты там закусывай. Возьми шашлычок. Девушка мечты в этот вечер. Володя, я же тебе говорила, закусывай. Танюха, что случилось? Да блин, сейчас давали анатомию, там нужно было этих лягушек резать. Фу! Меня стошнило. Алекса взяла и выгнала с аудитории. Кто? Александра Александровна. Уже третий раз на пересдаче. Так а что ты, дай ей взятку. Блин, вдруг меня потом посадят. Ну, откупишься. Так подмажься, купишь шоколадку. Танюх, ну чё? Да ничего, я что-то так разнервничалась, все сожрала. Купи коньяк. Да блин, вдруг она не пьет. Ну, мы и выпьем. Блин, она женщина одинокая, может ее с Виталией познакомить. Ты что, думаешь, она впишется в нашу компашку? А что, а шо? Танюха, а подари ей цветы. Да блин, у меня вообще денег мало. Ну что? Да ничего, у меня денег хватило только на две гвоздики. Говорит, не дождешься. И перекрестилась. Во, она идет, тупо давай деньги и все. Ну что, получилось? Неа, я споткнулась на ступеньках, упала на нее. Теперь у нее вывих лодыжки и трещина на ребре. Походу анатомии теперь долго не будет. Привет, Dark Angel. Привет, кровавая Даша. Что мы сегодня делаем? Как что? Что и обычно. Эмоционируем. Только эти стены знают, как может скорбить душа настоящего эмо. Я вчера видела такого эмо-боя. У него идеальная длина челки, тоннели в ушах и 140 значков на рюкзаке. Вау, прямой идеал. Да. Короче, Tokyo Hotel очень крутые. Ё-моё, мама звонит. Алло, мам? Какая печалька. Нигде не могу найти полосатые гетры на руку. Сегодня учительница пожелала мне не доброго утра, а чтобы я скорее сдохла. Вот бы всегда так. Ты видела, что Катя с 9 Б тоже эмо стала? Она не эмо, она пидовка. Эмо не становится. Эмо — это состояние души.